У меня страсть к острым закускам. Но чтобы они не были ядреными, а все-таки вкус основного ингредиента чувствовался. Поэтому я постоянно в поисках подходящих рецептов. Азиатская кухня мне в помощь. Например, недавно я узнала о том, как приготовить острую пекинскую капусту. С одной стороны, этот вариант достаточно прост, но блюдо должно настояться несколько дней, чтобы пропитаться вкусом и ароматом. Также оно адаптировано по продуктам под наши возможности. Все можно купить в обычном магазине. Все овощи, кроме капусты, промойте, почистите и нарежьте средними кусками. Капусту промойте, удалите плохие листья. Потом надрежьте ее на 1/3 в районе основы. После этого аккуратно разорвите кочан. Потом замочите капусту в воде с солью на 3-8 часов. Спустя это время листья отжимайте, укладывайте между ними острую массу. Так поступите со всеми слоями. Пекинскую капусту переложите в глубокую посуду. Поставьте груз. Оставьте ее в таком виде на 4-5 дней при комнатной температуре. Острая пекинская капуста готова. Нарежьте ее и подавайте к столу. Приятного аппетита!